Владивосток, 26 августа 2022 года. А вот здесь находится, ну так скажем, общежитие для китайских работников, строителей театрально-музейного комплекса, который строят на старом месте, на месте корпусов университета. Вот сейчас вот построили такие вот домики. Здесь такая проходная, что-то иероглифами написано тут.
такая деревянная лестница. Вот она, стройка. Да, что-то грандиозное здесь будет. Посмотрим с высоты на это все. Здесь раньше был стадион университетский. Улица Державина, 3. Все частные дома были. Во Владивостоке тепло, хорошо, появился воздух наконец-то. Посмотрим сначала, что, какой вид открывается с этой точки. Там за домом Золотой мост, мыс Чуркин. Здесь между домами виднеется морвокзал. Вот. Но вот, к сожалению, виды перекрывают высотные дома. Пойдем выше. Вон к этим антеннам. Пробираемся через дебри, высокую траву. Все дела. И вот здесь уже открываются виды вот такие вот. Бухта Золотой Рог. Вот она. Пойдем поднимемся вон на ту точку. Жарко. Ну, дует ветерок, но все равно еще тепло.
Там находится моргородок, вторая речка, все дела в ту сторону. Там внизу проспект Красоты, вот высокие здания, так скажем, это проспект Красоты. И вот дорога идет от фуникулёр, ну, от Суханова там, и вот фуникулёр там, и дальше туда, в ту сторону. О, ветерок подул. Там где-то вдалеке сопка Крестовая, вот дом стоит, и чуть левее сопка Крестовая. А это сопка Орлиное гнездо. И на сопку Орлиное гнездо можно подняться вон оттуда. Вон где-то оттуда можно подняться. Там вот виднеется белое здание, да? И вот здесь вот общежитие. Общежитие вот поверху-поверху до Будды. А потом вот сюда на сопку можно забраться будет. Или можно забраться вот отсюда, так скажем. Там, ну, дорога, ну, здесь подъем такой затяжной. Лучше всего здесь подниматься, на эту сопку. Вот.